Спасателям МЧС не удается остановить лесные пожары в Сибири. Их площадь растет буквально на глазах. За сутки только в Бурятии увеличилась на 3500 гектаров. Глава МЧС России Владимир Пучков, он сейчас находится в республике, потребовал от прокуратуры расследовать причины возникновения каждого нового очага, а также распорядился направить медиков в задымленные населенные пункты. Во многих из них, в том числе и в Улан-Удэ, концентрация диоксида азота уже превышает допустимые нормы. Жители могут получить отравление. Лес возле Байкала тушит с воздуха. В тех местах очень трудно пробраться технике. Сложной остается обстановка в районе бухты Песчаной. Ситуацию ухудшает погода. По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие дни установилась жара. Дождя не ожидают.